Отец часто говорил, что мое восприятие мира – дар свыше, и что я отличался от остальных. Самой увлекательной нашей игрой была исследовательская экспедиция. Отец велел собрать по одному предмету из каждого десятилетия 20 века. Я нашел то, что было в каждом из десятилетий. Так быстро? Ты крут. От режиссера фильмов «Часы» и Билли Эллиот. Почему ты скучаешь больше всего по его голосу, которым он говорил, что любит меня? Я тоже. После гибели отца я нашел ключ в его гардеробе. Как найти замок, который он открывает? И как он связан с отцом? Я уже сказала, что ничего о нем не знаю. Найти замок, который открывается этим ключом, равносильно чуду. Отец хотел, чтобы я что-то нашел. Но что именно? Путь, который он пройдет один. Изменит судьбы многих. Столько людей появляется в нашей жизни и уходят из нее. Отец говорил, нельзя бояться. Порой нужно смотреть страху в лицо. Том Хэнкс. Сандра Буллок. Томас Хорн. И другие. Я люблю тебя. Жутко громко и запредельно близко. Если что, я всегда рядом.